Но нас не остановишь. Первый танец откроет шоу Алексей Гоман и Людмила Чегринец. Румба от Алексея и Людмилы не произвела впечатления на судей. Зато танго оценили высоко. 28 баллов из 30 возможных. И на последнем месте Алексей Гоман и Людмила Чегринец. Возвращаемся к делу. Не шутим, не ругаемся матом, не говорим о сексе. А что ты мне-то это говоришь? Ты себе это тоже говори. Вот что там было за переступание? Я просто не сперва ноги. Конечно! Люд, ты издеваешься надо мной, что ли? Я сделал как в прошлый раз. Не хочу больше танцевать. Танцуй одна. Звезда. Да нет, Люд, ну не в тему. Я сделала так, как ты делаешь. Да я не так делаю. Ты издеваешься, что ли, Люд? Покажи. Вот так, ты встань, сделай, покажи. Да идите, мать, мне руки... Слушай, ты издеваешься надо мной, что ли, Люд? Руки — это приложение, дорогой мой. А мне без рук никак. Нужно по шагам сходиться, и по бедрам, и по счету, а не по рукам. Да слушай, когда я не злился? Я все время злюсь. Просто я не хочу это показывать. Зачем это надо? Что, девочка, что ли, перед камерой? Раз. Пожалуй, съем жвачки. Молчай, ты вот сам виноват. Людочка. Никто не заметит. Послушай меня. Ты почему думаешь о том, что ты что-то плохо ставишь? Это я бешусь на себя, потому что у меня ничего не получается, понимаешь? Поэтому успокойся. Тебя это вообще никак не касается. Love me tender. Love me sweet. Oh, my dreamful you. Встречайте пару номер 5. Алексей Гоман и Людмила Чегринец. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Было трудно придумать что-то новое. Но. Вспомнить наш прошлый танец было быстро, легко очень его забыть. Почему? Ну, потому что мы, во-первых, много не танцевали. Это было начало. Мы не циклимся на старом. Сказал я и заплакал. То есть то ча-ча-ча было плохое, это хорошее? То было первое, сейчас уже седьмое. А знаешь, за столько лет... Занятия танцами. Потому что у нас каждая передача это как год. То есть у вас как в армии, год за три. Что-то в этом роде. За столько лет можно уже научиться было ча-ча танцевать более-менее достойно хотя бы. Чуть лучше, чем в прошлый раз. Мы как раз и узнаем. Легенда отечественного бального танца, председатель нашего жюри Станислав Попов. Мне понравилась стилистика. Знаете, мне понравилась стилистика включения этих элементов, так называемых «танцы Траволты», 70-е годы из фильма «Saturday Night Fever». Это было такое, это движение с роли-поли, как сейчас помним, в 70-х годах, в конце это учили вдохновенно. Это у вас получилось.
Достаточно музыкально исполненные шаги ча-ча-ча. Не могу сказать, что это было уверенно. Мне не хватало... Да, это... Мне не хватало чуть-чуть страсти, страсти в вашем танце, потому что рядом с вами была такая потрясающая сексуальная партнерша, такой объект, который сверкал, завораживал и делал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание. Заслуженная артистка России, балетмейстер Алла Сигалова. Девочки, успокойтесь. Что касается танца, Гоману очень идет белый костюм, вот это вот в обтяжку, чудесно все получилось. У Люды замечательно вот это все искрится синеньким, прекрасно. Что не танцевать? А танцы? Алла, это был ча-ча-ча. Ча-ча-ча было прекрасно. Ча-ча-ча было замечательное. Все хорошо, все сложилось. Извините, классно. Спасибо. Однако, слишком веселый, художественный руководитель данс-шоу «Звездный экспресс», хореограф Владимир Андрюхин. Мне не было так весело, на самом деле. А что мне действительно немножко не хватило и что, может быть, немножко развеселило коллегу, я не очень видел характер ча-ча-ча. Вот ритм в шагу был сделан точно, но там кроме ритма есть еще что-то, что партнерша, скажем, выполняла блистательно. А у Леши, наверное, это еще не совсем получилось с характером. Этому есть какое-то название? Вот этому что-то? Характер танца? Характер танца. Это тот самый хип-экшен, помните? Хип-экшен. Запомнил? Запишите. Народный артист России. Премьер Большого театра. Ну, вы знаете, Николай Цискоридзе. Ну, я на самом деле очень рад, потому что сегодня я в первый раз увидел, что Леша включился в танец полностью. Он улыбался во время танца. Я не одинок, значит, был это. Да. Он даже, как сказать, выполнял движения корпусом, бедрами. У него двигались при этом еще руки. Он успевал посмотреть на партнершу. Вообще, для Гомана это ча-ча-ча великолепно. Боже мой. И не только для Гомана. Но хочу очень отметить Люду. Она вообще потрясающе выглядела. Ее бюст, просто глаз было оторвать невозможно. Это было такое давление на жюри. Очень яркое. Не знаю, Николай, как ты вот успел только заметить? Вот. Прикройся, как танцевал Гоман в таком случае. Не понимаю. Ладно, хорошо. К Юрию Николаеву. И не будем сбавлять темпы, потому что у нас сегодня очень много танцев. 8-803-333-5005. Алексей и Людмила. Сейчас самые первые оценки полуфинала. Пожалуйста, уважаемые жюри. Станислав Попов. 8. Алла Сигалова. 9. Владимир Андрюхин. 8. Николай Цискоридзе. 8. Сумма баллов 33. Итак, уважаемые телезрители, посылаем цифру 5. СМС-сообщение по телефону 6060. Пара номер 5. Алексей и Людмила. Алексей и Людмила – единственная пара в шоу, которая никогда не пьет валерьянку. Лучше чуть-чуть шампанского в компании близких друзей. Например, в компании Оксаны Федоровой и Саши Литвиненко. Пользуясь случаем, передаем ребятам наш... Привет и наши поцелуи. И полуфинал. За все время шоу Аня и Женя ссорились буквально 2 раза. Когда готовили пасодобль и когда репетировали джайв. Сегодня эта пара не конфликтует, потому что танцует самый мирный латиноамериканский танец. Ну и угадайте, какой? В квикстепе Аня и Женя прыгали, прыгали и напрыгали 29 баллов. Алла Сигалова. 8. В джаве тоже прыгали, но напрыгали только на 26. Устали, видимо, прыгать. Алла Сигалова. 8. Не хватает голоса Аллы Сигаловой. Все танцоры получали десятки от Аллы Сигаловой и в больших количествах. А мы получили за все танцы всего лишь 1/9. А ты сможешь вытянуть на руках, не? Ну, в принципе, да.
Сила ногу! Нервное, видимо, напряжение сказывается. У меня начинают сводить ноги, сводить пальцы. Какие-то синяки появляются, откуда-то непонятные шпоры на пятки. Спину тянет. Это лажа. Вообще не знаю, что это. Ник, это же некрасиво. Что-то не катит. Вот что-то не привод. Не знаю. Ногу опять свело, ёб! Персотель, что такое? Это кальция не хватает. Таков проект, что все равно мы оказываемся волей-неволей, хотя мы все дружим, но на паркете мы оказываемся соперниками, да? Потому что каждый борется там за первое, второе, третье места. Хочется всем оказаться на первом. Вертикаль в корпусе, угу, что поможет тебе правильно двигаться и переносить вес. Все великолепно. Да. Поняла? И тогда у тебя плечики будут на месте. Девица. Вот так вот мы друг другу помогаем. А вы говорите соперники. Да какие соперники? Такая любовь бешеная. Ужасти какие-то. Я настолько к нему привыкла, что как-то вот, ну не знаю, как будто вот мой второй кусочек такой стал, вот честное слово. На паркет приглашается пара номер 10. Анна Снаткина и Евгений Григоров. Румба. Черный день был. Мы так не почувствовали, что мы хотим танцевать. А когда ты не хочешь танцевать... Разве такое может случиться с тобой? Конечно, день на день не приходится. Хочется посидеть, выпить кофе. Но надо же себя настраивать. Ну, вот я но не всегда это раз, получается. Что? Как вы себя настроили? Потому что румба ваша была просто замечательная. Видимо, сегодня наш день. Видимо, сегодня ваш день. Да. Станислав? Мне понравился танец, он был романтичным, очень был романтичный. И образ, который несла в себе Анна, был очень трепетен и красив. Мне показалось, что точно исполнены, практически почти все шаги были точно ритмически исполнены. Мне только показалось, что желание это сделать чуть-чуть не дало возможности раскрепоститься и вдохнуть чуть больше души и больше трепета по отношению к своему партнеру. Не согласен? Не согласен, Станислав. Да. Сегодня, мне кажется, Анна раскрыла себя
как танцовщица и как человек, который умеет передавать свои эмоции через танец. Дело в том, что, Женя, ты был на паркете, танцевал и был высоко. Поэтому я это и прочувствовал, Станислав. А мы со стороны наблюдали. Но сегодня я почувствовал действительно танец совместный. И хочу сказать вот при всех Ане огромное спасибо, потому что я немного переживал за то, что она сегодня не справится с этим. Она не сможет передать свои чувства в танце, да? Но мне показалось, что она сегодня справилась, поэтому я очень ей благодарен. И нам точно так же показалось. Но важнее, пожалуй, вот как показалось Але, правда? Мне кажется, что Анечка сегодня очень красиво выглядит. Замечательное платье, бижутерия замечательная, все очаровательно. Но танец мне показался таким, знаете, из области блюд диетического питания, где, в общем, все положено в меру, блюдо достаточно полезно для здоровья, но удовольствия от него никакого не получаешь. Сейчас мы вам тогда и прочитаем телеграмку. Кирово-Чепецк. Кировский. Очень хорошо. Аллочка. Ау. Аллочка. Это так? Я читаю. Я не верю никаким слухам. Я вас очень обожаю. Пенсионерка Меньшикова. Надежда Дмитриевна. Ну-ка и скажите нам, Алла, при честном народе о каких слухах идет речь? Слухи? Не знаю. Не знаю. Слухов много. Алла едет в Новочепец. В Новочепец. Ура! Кировский. Так, ну что же, Алла в Новочепецк, а наши ребята к Юрию Николаеву. 8-803-333-50-10. Анна и Евгений Николаевич. То, что я чувствовала в этом танце, я передала. И танцевала я этот танец для Жени. А вот то, что говорила Алла насчет диетического питания... Нам все равно... Ну, не знаю, на диете периодически сижу. Ну, что ж, оценки? Станислав Попов, 9. Алла Сигалова, 8. Владимир Андрюхин, 9. Николай Цискалидзе, 8. Сумма баллов 34. Ты ждала большего? Конечно. А ты, Жень? А мне все равно, я уже сказал. Мы и танцуем не для зрителей, мы танцуем для себя. Ой, не для зрителей, а вот как раз для зрителей мы и танцуем, а не для судей. Зрители. И для себя. Посылайте смс-сообщение по телефону 6060, цифра 10. Ну, а если вы, дорогие друзья, хотите выдержать не только танцевальный, но и жизненный марафон, пейте сок. Тонус Актив Плюс, усиленный витаминами. Тонус Актив Плюс, витамины в твоем активе. В нашем шоу Анастасия и Денис нашли не только друг друга, но и верных друзей. Близкой Настиной подругой стала Света Мастеркова, а другом Дениса – Кирилл Андреев. Настя признается, что родные немного ее ревнуют, поскольку она все время говорит только об участниках шоу. Костюмы, характер, сложные движения паса заслужили 2 десятки. А в танго Настя и Денис запутались, поэтому обошлось без десяток. На первом месте Анастасия Мельникова и Денис Каспер. Я не буду кривляться и говорить, ой, я этого совершенно не хотела, я этого не ждала, мечтала, ждала, рвалась. Я ей не сразу все выкладываю, понимаете? Я сначала пробую, да? С ней. А потом уже говорю хоть свою идею. Насте не надо заранее показывать, понимаете? Я уже понял. Я уже тоже к ней начинаю пристраиваться. Так, готово? Блин, подожди, боюсь. Может, подстрахуете? Подстрахуйте. Что, тебя поймает или нет рядом? Ну, я думаю, что нормально. Давай медленно сейчас, подожди. То есть, пам! Оп! Бум. Я тебя сильно ударила? Нет. Чувствую, но не идет, надо заменить. А Настю это обижает. Значит, я с этим не справилась, дай мне возможность, я это отработаю. Я встала, я уже просто дальше пошла одна раз. Ты встала, она дальше пошла. Она. А я встала... Встала на эту ногу и доказывает, но мне встала на нее. Как я встала, я вот так сделала, Нет, отмотайте, пожалуйста.
Спора не получится, давай еще раз, я останавливаюсь. Извините, пожалуйста, маэстро, бесполезно лев, царь спорить. Дверей, извините, бесполезно. Вы, как всегда, оказались правы. Только простые шаги делать я не буду. И основной спор был, что, Настя, ты должна сыграть, что ты танцуешь. Я стояла на позиции, что как я играю, что я танцую, люди придут смотреть в театр. Я вот держу бутылку специально в открытом состоянии, да? Она все поняла. Раз, два, три. Что, водичка не прилилась? Пять, чтоб сок не пролился. Семь, восемь. Тум-тум-тум-тум. Пам-пам-пам. Та-та-та. Та-та-та. Вот так. Попробуй. Вместе. Попробуй вместе. Встречайте пару номер три. Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и Денис Каспер. Джайв. Воздух свеж, там вроде ветер моих надежд. Туда спешит твой самолет. Там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Ва-па-па-бурам-та-бурам-та-бурам-па. Ва-па-бурам-та-бурам-па. Она прекрасна, как морской рассвет. На всем побережье лучше девушки нет, нет, нет. Просто блеск. Она богиня среди поэтесс. Играет теннис и баскетбол, слушая Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Девушки нет. Анастасия Мельникова, прекрасная, как морской рассвет, и Денис Каспер. Настя, ты обычно всегда рассказываешь нам, что у тебя получилось плохо. Сейчас скажи, что хорошо. А я учусь держать удар. Можно я просто промолчу? Просто промолчишь? Почему? Боюсь. Чего? Спасибо. Я всего боюсь. Я вообще пугливая. Судя по тренировкам, вы скоро друг друга убьете. Но красиво убьем, страстно. Что касается хореографика, хореография была сложная, но Настя очень хотела. Послушай, она прогрессирует. Ты не усвоил самое простое правило, за столько программ. Бессмысленно оправдываться, они уже все видели. Да, мы не оправдываемся. Конечно. Мы не оправдываемся абсолютно. Не убивайте только друг друга здесь. Нам еще надо с вами дожить до финала. Владимир. Ну, наконец-то мне повезло. Вы знаете, я очень рад, что мне сейчас надо комментировать выступление именно этой пары, потому что было блестяще. Было блестящее шоу, были все элементы шоу, прекрасная трансформация костюма, вообще образ, который был с начала до конца выдержан. Были потрясающие трюки, очень сложные и чисто выполненные. Был джайв, были очень точные, прекрасные жесты и движения, исполненные Анастасией. Ну, про Дениса мы уже все говорили, что он прекрасный латинист и замечательно танцует. Блестяще, молодцы. Николай. Ну, Володя все сказал, действительно здорово. Мне больше всего, что приятно, что Настя единственная из всех участников, которая стала более-менее, так можно сказать, профессионалом, потому что она на ходу, если допускала какие-то маленькие огрехи, она тут же ловила ногу партнера, тут же попадала в такт. И это могут делать только настоящие профессиональные танцовщики, потому что ловить на ходу
И вот это мне было очень приятно. В одном месте я очень испугался, думал, ну сейчас собьется, и нет. Вот все сделала. Вот за это просто поздравляю, преклоняюсь, потому что знаю, какой это труд и какое это напряжение. Настенька действительно умница. Спасибо. Ну а про Дениса говорить, понимаете, еще раз могу сказать, Денис потрясающий танцовщик. Денису спасибо, то, что это он научил. Научил он. Когда хорошо, очень приятно говорить, действительно. И не прячешь глаза, и не думаешь, господи, хоть бы меня не спросили. Как в школе. В данной ситуации мне сейчас приятно. Я очень стараюсь, честное слово, я правда очень стараюсь. Я это вижу, и видят все. У нас в зале заслуженная артистка России Вера Сотникова. Я получаю, на самом деле, удовольствие. Жюри очень строгое, не ожидала. Да. Вот, я скажу одно, что смотрю и думаю, как можно артистам совмещать театр, кино, телевидение, труднейшие проекты. Наверное, только красота проекта и удовольствие, которое вы здесь получаете, спасает вас. Вера, от страшного... нельзя, это точно. Но они это делают. Они это делают. И ты посмотри, как это замечательно делает. Великолепно. Юрию Николаеву. Спасибо огромное. 8-803-333-5003. Анастасия и Денис. Вот, Денис, скажи, почему ты Настю все время ругаешь? Я, может быть, строгий педагог, но это во благо нам, понимаете? Да или нет, Настя? Да, во благо, да! Оценки жюри. Станислав Попов. 10. Алла Сигалова. 10. Владимир Андрюхин. Владимир Андрюхин. 10. Николай Цискоритин. 10. Сумма баллов 40. Спасибо! Цифру 3 по телефону 6060. СМС-сообщение. Смотрим таблицу судейских оценок за первый танец. Первое место – Мельникова и Каспер. Второе – Снаткина и Григоров. Третье – Гоман и Чегринец. Это полуфинал. И от вас зависит, кто разыграет первое место и наш главный приз. Звоните! Девушки, нет. Вас и только вас мы ждем на финале нашего шоу. Подробности в «Комсомольской правде». А сейчас второе испытание. Общий танец. Несмотря на то, что танец общий, каждая пара получит за него свои частные оценки. На паркете Анастасия Мельникова и Денис Каспер. Алексей Гоман и Людмила Чегринец. Анна Снаткина и Евгений Григоров. Венский вальс.
Алексей, Людмила. Вы танцевали медленный вальс, сейчас венский. Леша, какой у тебя, ну, по твоим ощущениям, получился танец лучше? Так. Я скажу, от какого я больше получу удовольствие? От этого, потому что, когда тебе дают на танец, на выучивание его, если так можно сказать, 2 часа, то, знаете, адреналина больше в этом танце. Адреналина было больше. Отлично, тебе это понравилось? Очень. Все танцы теперь нужно ставить именно в день шоу, да. Отлично. Алла? Мне кажется, что во всех трех парах, я специально сейчас говорю не только о Лёше, с Людочкой, но обо всех трех парах, потому мне кажется, что вот это отсутствие правильного стиля, такого сложного и важного танца, как венский вальс, здесь этого не было, этого стиля, это точности позиции рук, точности исполнение шагов. Мне кажется, что это не было очень удачно, но я понимаю, я просто знаю, что это практически невозможно сделать идеальный венский вальс. Это, может быть, такой профессионал, как Колечка, вот делает это идеально. И то еще надо посмотреть. Многие хвалили. Ничего. Я не видела, Коля. Ну, видишь, мне не повезло. Леша. Заходи, большой. Настя, подходите ко мне. Не бойся, это будет не больно. У вас уже был опыт общего танца, польки. Сейчас вот венский вальс. Какой опыт интереснее? Это счастье, что наконец есть вальс. Но на польке была какая-то такая большая безответственность. Я слишком серьезно отношусь к этому танцу. Вот есть какие-то святые вещи. Полька тоже. Я не говорю, что полька это что-то, что для меня ничего не значит. Она очень важна. Но вальс, оно откуда-то вот совсем из глубины идет. Коля, скажи, пожалуйста. Ну, я не думал, что вальс окажется роковым танцем для всех трех пар. Сказать, что это плохо, это не сказать ничего у всех. Из девочек самая точная была Аня Снаткина. Вот просто по... самая близкая. И мне кажется, только потому, что ей довелось сниматься в образе Натальи Гончаровой, да, которая все-таки, наверное, она вальс танцевала, и с ней работали педагоги. Я очень расстроен, потому что вальс – это мой любимый танец. Я его безумно много танцевал в жизни, как вы понимаете. И что меня еще удивило, мне объяснил Владимир, что наши профессионалы не могут подать правильно руку в вальсе. Просто даме предложить руку для того, чтобы она ответила. Руками не машут вообще. Этого не может быть. Как нужно было это сделать? Предлагают руку, и все, это... И, нет, это вы скромничаете, а вы должны очень элегантно ответить. И так на протяжении всего вальса. Особенно чудовищно, когда человек садится на колено, да, и дает так. Ха! Понимаешь, перед лицом у тетки, понимаешь, тетки он дает. А это же все-таки дама в вечернем наряде. Настюшенька, ну мы же пришли учиться, поэтому спасибо вам большое. Мы, учтя все это, будем учиться дальше. Дорогая, нам надо оценивать, что же делать, куда бежать. Ну... У нас-то тоже, поймите, но нам-то надо танцевать. И мы вот что могли сегодня, мы показали. Я обещаю, мы все учтем, мы будем учиться. Честное слово, правда. Аня, Женя. Нет, ну, что касается Ани, мне очень приятно. Она вот только вышла, и первое ее движение рукой, она была третья. Я подумал, боже, слава богу, хоть кто-то подумал о том, как надо провести кистью. А потом были другие промахи, но это был намек хотя бы на то, что девушка хотя бы, она не княжна, не графиня, но столбовая дворянка какая-то, слава богу. Как минимум. Как минимум, да. Станислав Григорьевич, а оцените эту пару? Вы знаете, я не могу согласиться с пессимистической оценкой своих коллег. Те километры венского вальса, которые я исполнил в своей жизни, позволяют мне сказать, что я получил огромное удовольствие от этого танца. Просто огромное удовольствие. Это очень приятно, что сейчас здесь стоит та пара, которая просто блестяще исполнила этот танец. Великолепно. Я просто хочу их поздравить с этим. Спасибо. Дорогие мои, все к Юрию Николаеву. А вы, уважаемые зрители, не забывайте голосовать за наших участников. Звоните. И первые оценки.
Настя и Денису пара номер 3. Станислав Попов. 8. Алла Сигалова. 7. Владимир Андрюкин. 8. Николай Цискоридзе. 7. Сумма баллов 30. Не густо, не густо. Так, теперь для пары номер 5. Алексей Гоман и Людмила Чегринец. Пара номер 5. Станислав Попов. 7. Алла Сигалова. 5. Владимир Андрюкин. 7. Николай Цискоридзе. 7. Сумма баллов 26. Да, еще, да! По-моему, оценки 5 не было в шоу. Была у нас. Была? Да. А, значит, повтор рекорда. Нет. И десятая пара, пара номер 10. Анечка и Женя. Станислав Попов. 10. Алла Сигалова. 7. Владимир Андрюхин. 9. Николай Цискоридзе. 8. Сумма баллов 34. Смотрим таблицу оценок за два танца. На первом месте Анастасия Мельникова и Денис Каспер. 70 баллов. На втором Статкина и Григоров. 68 баллов. И на третьем Гоман и Чегринец. 59 баллов. Мы продолжаем танцевальный марафон. Третье и последнее испытание полуфинала. Все пары танцуют один танец. И в то же время все танцуют разные танцы. Только аргентинская танго дает такую возможность и позволяет каждой паре рассказать о чем-то своем. Слушайте чутко, смотрите внимательно, и вы не ошибетесь в выборе финалистов. Итак, аргентинская танго. На паркете пара номер 5. Алексей Гоман и Людмила Чегринец. В Сингапуре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, когда у вас на сердце тишина, в брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна. Вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки меня. Вы плачете и в этом, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете и в этом, что песня недопета, что это лето где-то унеслось в мечту. В бананово-лимонном Сингапуре запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня. Алексей Гоман и Ветта Людмила Чегринец. Вот скажите, ребят, этот финал с поцелуем, вы его долго ставили? Вообще-то мы пытались не касаться, сделать это более театрально. Но не получилось. Занесло, извините. Но это было эффектно. Что ж бывает? С тобой хочешь репетируем? Нет, нет, подожди минуточку. Правда? Николай простит, да. Он прощает это все. Это будет минус один тогда. Это будет минус один, так что сейчас соблюдаем дистанцию. Владимир, оцените. Это аргентинская танго. Как вам? Поцелуй удался. Это все, что удалось? Я понимаю, чувства. Я думаю, Владимир еще хотел сказать, что там были грубо нарушены правила позиции в паре в бальных танцах. Очень низко рука правая опустилась у Алексея. Как это было приятно, наверное. Алла, я
надеюсь, что вы сейчас в состоянии это оценить, хотя бы вы. Я в состоянии это оценить, тем более, что мне кажется, что оценивать нет смысла по большому баллу, а самый низкий сейчас вполне я смогу потянуть для этой пары. Спокойно. Мне просто очень странно, что Леша, которого я все время так стараюсь поддерживать, и который мне очень симпатичен, и Людочка, нет, это очень правильно, что он так опускал руку, но просто это нужно было как-то провести дальше, лейтмотивом всего этого танго. То есть если бы держал руку постоянно вот в той позиции, в которой он ее держал какое-то время, все было бы хорошо? Я думаю, что у него бы было все хорошо, и у Людочки тоже. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по художественной гимнастике, шестикратная победительница Кубка мира Лейсан Утяшева. К сожалению, в художественной гимнастике партнеров нету. И это к сожалению. Если бы они у нас были, я бы танцевала только с Алексеем Гомоном, правда. Алексей, твое слово. Лейсан прекрасная женщина, но, наверное, к счастью, что меня нет еще и в художественной гимнастике. Ну, хватит, иди к Юрию Николаеву. Пока не художественная гимнастика, а к Юрию Николаеву 8-803, 3-3-3, 50-05, Алексей и Людмила. Леш, три танца подряд, три танца нон-стоп. На что остались силы? Услышать результаты жюри. Даешь 5. Ото всех. Так, смотрим результаты жюри. Станислав Попов. Мы все-таки не настолько жестокие. 7. Алла Сигалова. 6. Владимир Андрюхин. 9. Николай Цискоридзе. 7. Сумма баллов 29. Цифра 5. По телефону 6-0-6-0. Это «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Последнее испытание полуфинала – аргентинская танго. На паркете пара номер 10 – Анна Снаткина и Евгений Григоров. Si supieras que nunca te olvidaré, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, sin angustias en mi pecho, desinfectan los despechos de mi pobre corazón. Стандартная танго не имела успеха, но сейчас это было потрясающе. Мне самой понравилось танцевать аргентинское танго, честное слово. Один из моих любимых танцев стал. Я никогда раньше не танцевала. Я думаю, все, как тебе это нравилось, что ты получала от этого действительно удовольствие. Это твое? Это мое. Николай?
когда Аня появилась, уже вот ее появление, она очень много решила. Она потрясающе выглядела. Она очень красиво держалась. И как-то мне даже она больше понравилась, чем Женя. Как она себя вела в этом танце. Неужели? Наконец-таки! Спасибо большое, очень приятно. Станислав. Это лучший танец Анны сегодня, абсолютно согласен с Николаем, потому что проникновение в образ, состояние, цвет этого платья, сочетание с этой прической в какой-то степени в стиле ретро, украшение, настолько точное для меня попадание, великолепное исполнение некоторых элементов, которые специально вы, я вижу, выучили и взяли из аргентинского танго, хороший очень стиль, все уверенно, с душой, красиво. Хочу вам сказать, что у нас есть на самом деле потрясающая телеграмма. Правда, не про аргентинское танго. Благодарим телеведущих передачи и голосуем за добрых молодцев, которым все по плечу. За Алексея Гомана и Евгения Григорова, жителей Арбата, в том числе водители троллейбусов, артисты, писатели, работники ресторанов. Общее число опрошенных 100 человек. Сообщаем, что в нашем ресторане появились новые фирменные блюда. Сейчас внимание. Салат для гурманов Гома. Холодец Николаевич, горчица Алла Сигалова. Заходите пообедать. К Юрию Николаеву. 8-803-333-5010. Аня и Женя, выбираем финалистов. Если вы еще не выбрали, какой косметикой пользоваться, то мой вам совет. Выбирайте Avon. Avon – косметика победителей. Ну, сменить прическу, ну, поменять платье. А вот как внутренне подготовиться к новому танцу? Ну, сама стилистика танца совершенно другая. Сам танец подсказывает поведение и сами движения, скажем так. Сам танец, манера его. Ну, как ты успела вот буквально за очень короткое время? Ну, все-таки артистка какая-никакая. Нет, нет, хорошая. Нет, хорошая, хорошая артистка. Спасибо. Правда. Смотрим оценки. Станислав Попов. 10. Алла Сигалова. 10. Владимир Андрюхин. 10. Николай Цискоридзе. 9. Сумма баллов 39. Ну что ж так, Николай, так хорошо все шло, но тем не менее, по-моему, неплохо. Очень. Цифру 10 по телефону 6-0-6-0. Женя, Анечка. Сейчас, внимание, следите за хитросплетениями судьбы. У мамы Дениса есть соседка. И вот этой милой женщине поначалу не нравилась Настя. Но после того, как Мельникова в румбе подняла ногу выше головы, соседка буквально влюбилась в нее и стала болельщицей номер один. Болейте, уважаемые! На паркете ваша любимая пара. Пара номер 3. Анастасия Мельникова и Денис Каспер. We'll be right back.
Ну и какие у вас у самих ощущения от этого танца? Я старалась спрятать руки. Я знаю, что я уже давно просила пилу, чтобы мне их отпилили. Я знаю, я их прятала как могла. На Дениса, на бедро, куда-нибудь, чтобы вцепиться, чтобы они меня не подводили. Ты как всегда в своем репертуаре. Самоуничтожение. Ну, ты знаешь, еще, мамочка, еще. У нас трое детей у мамы. У меня два брата, которые действительно, в отличие от меня, получились. И у них была, у мамы к нам была одна просьба – сохраниться как вид. Вот я стараюсь сохраниться как вид, поэтому вот какая я есть, такая вот уже и есть. Все. Мне было очень приятно танцевать с Настей, вот честно. Я пытался просто насладиться вот этим вот ощущением внутренним, потому что аргентинская танго, извиняюсь, очень внутренний танец, вот. Он имеет свою философию. Ага. Слово Али Сигаловой. Мне кажется, что Денису удалось передать его знания о танго в этом танце. Он правильно научил Настю танцевать этот танец. Я вас поздравляю, Денис. Это было замечательно. И мне очень понравилось то, что вы очень были сдержаны, даже, может быть, где-то холодные, потому что в этой холодности была такая скрытый огонь, скрытая страсть, скрытое одиночество, скрытый порыв друг к другу. Мне очень понравилось. Я вас поздравляю. Владимир, а вам? Во-первых, потрясающая музыка была в исполнении фонографа. Ребят, спасибо, очень красиво это было. И, на мой взгляд, это был абсолютно профессионально исполненный концертный номер, где оба партнера блестяще выполнили свою партию. Молодцы. Николай? Я хочу сказать, что аргентинское танго по благородству вообще, по положениям многим, оно вообще очень близко, вальс. И мне очень странно, что вот наблюдая как бы Настю, да, уже долго, все, что касается латиноса, да, потрясающе. Берется просто сразу. Может, у вас какие-нибудь корни есть, какие-то там аргентинские, не знаю, бразильские. Потому что нет, вот это... Нет, это Денис, педагог хороший. Просто я латинист, понимаете? Да, и это было замечательно, действительно замечательно. Начало такое интересное было, у них развод, раздел имущества, но они закончили все хорошо. В отличие от некоторых. Нет, и то, что Алла сказала, я полностью с ней согласен. Медленный огонь быстрее греет. Несмотря на то, что была определенная сдержанность, от них шел настоящий жар. Спасибо. Ну, темпераменты мои к Юрию Николаеву. Поджать его там хорошенько. 8-803-333-5003. Настя и Денис. От вас зависит, кто будет в финале. Ну как ты думаешь, будете в финале? Я не знаю, я очень старалась, а буду или нет, это правда не мне решать, поэтому это вот как сложится, правда? Ты фаталистка. Я оптимистка, я просто придурок жизнерадостный. Я надеюсь всегда на лучшее. Но готова ко всему худшему, потому что ну все бывает. Ну, конечно, очень хочется. Уже сейчас буду кривляться и говорить, что не хочу быть в финале. Очень хочу быть в финале. Вот, так, вот и говори, сразу... так и говори. Я хочу быть в финале. Простите все меня, слышали? Пожалуйста. Да, оценки я... жюри. Станислав Попов. 9. Алла Сигалова. 10. Владимир Андрюхин. 10. Николай Цискоритин. 10. Сумма баллов 39. Спасибо, Николай. И ждем смс-сообщения. Цифра 3 по телефону. Танцы со звездами. Полуфинал. Сейчас мы узнаем главное. Кто, по мнению судей, достоин танцевать в финале? Кто будет бороться за первое место? Таблица судейских оценок за 3 танца. Итак, по мнению судей, финал проходит 2 пары. Анастасия Мельникова и Денис Каспер. Они на первом месте, у них 109 баллов. И Анна Снаткина и Евгений Григоров. Они на втором месте. И у них 107 баллов. А каково же ваше мнение, дорогие наши телезрители? Кто достоин финала? Голосуйте, звоните. Результаты в субботу. 20 часов 20 минут на телеканале «Россия». В бананово-лимонном Сингапуре, в Сингапуре.
запястьями и кольцами звеня. Магнолия тропической лазури, вы любите меня. Que tuve para ti, que no sabes si supieras, que nunca te olvidaré, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. По три танца. Последний не будет танцем бальной программы. Это будет нечто новое, неожиданное и очень-очень модное. И для наших профессиональных танцоров этот третий, заключительный, последний танец будет таким же сложным, как и для наших звезд. Смотрите финал. Ровно через неделю, в воскресенье, 24 декабря, 18 часов 40 минут на телеканале «Россия».